Всем привет! Меня зовут Маша. В этом видео я покажу, как заменить масло в редукторе на сельскохозяйственных машинах торговой марки Хютер. Смена масла требуется после первых 25 часов работы. Это нужно для того, чтобы механизмы в редукторе притерлись друг к другу. И вместе с маслом удалилась металлическая пыль. В дальнейшем масло следует менять каждые 100 часов работы, но не реже, чем один раз в год. Желательно производить замену масла после работы, когда оно еще горячее. Для этого заглушите двигатель и поместите под сливным отверстием емкость. Далее открутите заливную и сливную пробки. Когда масло стечет, закрутите сливную пробку обратно. Теперь залейте трансмиссионное масло через заливное отверстие. Оно должно быть на уровне заливной горловины. Потом закрутите пробку обратно. Работа с низким уровнем масла, а также без него, приведет к повреждению редуктора, поэтому рекомендуем регулярно проверять его уровень. Рекомендации по работе с техникой, а также указания по уходу за оборудованием подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием. Всем пока, еще увидимся!